Всем доброго времени суток. С вами я, DanTV2. Сегодня я вам покажу обзор. Сегодня у нас на Nerf. Nerf Elite Strife. Что я вам могу сказать про эту пушку? Это самый компактный Nerf. Не самый компактный, конечно, но он компактный. Он модульный. На нем есть две планки. Раз сверху, куда вы сможете поставить либо холдер, либо прицел. Сюда либо фонарик, либо лазер, либо рукоятку. Сюда можно поставить ствол. Любой, короткий, длинный. Неважно, главное, чтобы он подходил и нигде не левтил. Приклад. Можно поставить. Вы как видите, у меня модуля нету. Да, и вы скажете, что это у него за повязка на голове? Это мне, короче, друг палку кинул в лоб. И все. Такая вот проблема. Ты что я вам могу сказать? Два крепления тоже для ремня. Один на рукоятке, а другой на... где ствол находится. Тут-то у нас находится. Отсек для испорченных патронов. Если мы вытащим обойму, то бластер перестанет работать и блокируется спуск. Видите, я не могу на него нажать. А до когда обойма есть, то он свободно на спуск ходит. И так же делается, когда мы открываем отсек для испорченных пуль. Что ходит в комплекте? В комплекте ходит обойма на 6 патронов. Такая вот маленькая обоймочка. И сам бластер Strife. Также я вам могу сказать, что если вы смотрите, хочете стрелять далеко, то вам придется ждать, пока бластер нагреется. Если вы сразу делаете вот так вот и сразу будете стрелять, он не будет, он не будет далеко стоять. А если вы подождете где-то, секунды 5-6 так, и он уже, как сказать, будет стрелять на метров.